Это ЦСКА баскетбол. Здесь Евролига. У нас сегодня в Мегаспорте ЦСКА Асвел, что из Виллербана. И первый мой гость, стадионный ведущий, если можно так сказать, профессионального футбольного клуба ЦСКА. Сергей Фомин. Сереж, привет. Привет. Дабы доказать, что я не просто ведущий ЦСКА, я надел еще футболку нашего любимого клуба. И поскольку я еще снимаю видео в Лок Веб-арене, я взял еще с собой камеру. Надеюсь, что этот материал войдет, потому что сегодня у нас большой день, сегодня параллельно идет футбольный матч. Как часто ты бываешь на баскетболе? Смотри, я часто бываю реально на баскетболе. Понятное дело, что вся пандемийная история немножко сократила возможность приходить на баскетбольные матчи. Раньше я ходил как по возможности на самые топовые матчи всегда. Евролига, либо это Лига ВТБ, это здесь Мегаспорт, либо наш любимый УСКА ЦСКА. Короче, я давно и много ходил на баскетбол. Я решил со своим старшим братом, который привел меня любовь вообще к всему ЦСКА и баскетболу в том числе, узнать, когда же я впервые попал на баскетбольный матч ЦСКА. И, ребят, я побывал на матче ЦСКА ровно 22 года назад. 99-й год, 5 апреля, ЦСКА «Автодор». Мы с братом вчера специально искали этот матч, где я был. Мы посмотрели, молодой Кириленко, Карасев, Хисурин, Куделин. Короче, вся эта банда. Вот с этого началось мое знакомство с ЦСКА. Ну и самое главное, если позволишь, я скажу, потому что сегодня у нас в ЦСКА большой праздник. Сегодня 35 лет празднуют 35-й номер. Легенда, капитан, вратарь ЦСКА и всей Руси Игорь Акинфеев. Игорь, нога нашего футбола, наш капитан. Игорь, мы поздравляем тебя искренне от всей семьи ЦСКА, от всего нашего сообщества, от футболистов, от баскетболистов, от всех-всех-всех. Ты, правда, наша легенда. Мы рады и очень хочется, чтобы футболисты сегодня сделали подарок. Это не песня, которую они записали и выложили уже, а победа в кубке. Поэтому мы поздравляем сегодня Игоря. У нас сегодня весь день проходит вот под эгидой Игоря Акинфеева. Да, смотричка, в инстаграмчике там поздравили. Да. Игорь, поздравляю тебя и от баскетбольного ЦСКА, от себя лично. Тебе предложили бы вот на одну игру поменяться вот с нашим Максом Дисяком. Играми. Ты бы сделал бы такое? Я бы сделал бы. Я бы, конечно, очень сильно переживал. Я, знаешь, всегда у меня вопрос, мне было бы очень интересно узнать, вот как правильно, в какой момент, когда вот эти моменты, когда нужно взять микрофон и сказать, там, защищаемся. Да. Это особенно сложно. Это особенно сложно. Поддерживаем. Атака. Правильно произнести вовремя. То есть, потому что я вижу, как, условно говоря, у Макса есть там, я не знаю, 5 секунд на то, чтобы сказать какую-то фразу, какую-то подводку, да. Сделать так, чтобы все там поаплодировали, поддержали команду. Вот это очень важный момент. Я бы с удовольствием, я честно вам скажу, это, мне кажется, действительно, вот в плане для ведущего, для шоумена, баскетбол – это реально очень крутой такой, крутой уровень, крутой левел, где каждый из нас, наверное, наверняка хотел бы попробовать. Ну а у нас в студии, у паркета, чемпион мира по скоростному спуску на коньках Дмитрий Мурлычкин. Привет. Приветствуй. Привет. Как дела? Да все отлично, восстанавливаюсь после гонки. Расскажи, пожалуйста, глядя на экран, что ты тогда чувствовал, как это вообще было для тебя, то есть насколько это сложно и почему именно этот вид спорта ты выбрал? Вот смотрите, вот стартуете вы как? В этом году убрали ворота, да, и по гонку мы все вместе стартуем. Первые двое, те, кто приходит к финишу, уже занимают следующие позиции, подиум. А остальной, ну, а последний, как бы, он проигрывает. Это именно финал. Нет, это понятно. Именно да. Контакт разрешен? Не, ни в коем случае, потому что скорости огромные, и любой контакт может привести к травме. Ну, это выглядит просто умопомрачительно. Как долго ехать? Ты захватил лидерство с самого начала и это... до самого конца, я так понимаю. Это самая длинная вообще трасса, ага. Которая в мире находится. Она первая в мире и единственная постоянная трасса, которая всесезонная. Летом мы тренируемся на роликах там, а зимой вот я впервые участвовал именно на этой трассе в боевом режиме. Что ты испытал? Слушай, я вообще сначала не понимал, что происходит. Я так долго к этому готовился и морально, честно говоря, перегорел слегка даже. И в боевом дежурстве, как говорится, я был на протяжении 4 месяцев на пике своей формы. А есть ли у тебя такой вот еще моментик, прошу? Это личный вид спорта. Есть такой моментик, чтобы выключить игрока вот до начала гонки? Ну, не знаю, там, да, поддавить на него психологически? Я немножко использую трэш-ток в легкой манере. К сожалению, английский я знаю не в очень хорошем состоянии. И могу что-то сказать, надавить на игрока, на спортсмена, и на старте ему там, чтобы сказать, давай, у тебя типа, все получится, но мы знаем, какой будет исход событий, я выиграю, типа. И он такой стоит уже на старте, уже начинает как бы сеять вот это зернышко вся в голове и понимает, нормально, что типа у него нету шансов. Нормально, вот это круто было. Витя Павленко, спасибо большое, что пришел. Всем привет. Вот ты капитан.
представь, Никита Курбанов, вот ему как сегодня сказать, пацаны, расслабьтесь, получайте удовольствие, или, ребята, нам нужна только победа. Как мотивировать команду реально сегодня сыграть в полную силу и не дать слабину? Я думаю, что в ЦСКА играют настоящие профессионалы, и в голове они держат всегда только победа, да? И если Никита, наоборот, сыграет в другую сторону и скажет, расслабьтесь, получайте кайф от игры, я думаю, что сегодня нас ждет хороший матч и победа ЦСКА. Это прекрасные слова, твоими бы устами. Да мед пить. И Вить, спасибо большое, что пришел. Спасибо тебе, Жень. Очень приятно было побывать. Порки. Лайки, подписка. Все дела. Евгений Тиных, Виктор Павленко. Всем пока, дорогие друзья.